Да патронов ни хрена нет. Что? Готовы? Кто там хотел устанавливать? Злодей. Давай, злодей, устанавливай. И я уж не хочу. Пойди, я-то поставлю. Ну, давай. Я вот еще с камерой свой, супер новый. А и восьмым. Злодей. От чьей фирмы это ты делал? Какого она цвета? Оранжевый? Стайл. Нет, какие, каковы ваши чувства, желтый, когда вы поставили? Поставили фиолетовый. Фиолетовый? Нормально. Нормально, отлично. Классная штука. Так, а что нужно? Арм. Кто будет армить их? Адам. Сегодня Адам у нас в ударе. Отлично. Опа. Ай восьмой снимает все. Эй! Ой. Салют. Что-то, по-моему, она считать не умеет. Ой, да! I8 рулит. Сейчас подойди, сейчас еще рэпчик кто-то прочитает. Так, что нам? Надо сюда. Люблю свой I8 новый. О, мы еще и тут это самое. Данж. Типа того. Так, патроны. Search the train cars. They're probably keeping the vault key in the most fortified one. You won't find better merchandise anywhere else. I made sure of that. Пипец, у меня денег нет. Было 3000. Проигрался в автомат. Ай-яй-яй. О, робот. Работает хорошо только коррозия. Замыкание тоже хорошо. Блин, а у меня вообще все пушки огненные. На огонь, кстати, на них вообще не действует. Хоть чистый урон будет проходить. Что действует на них? Ой-ой-ой, лечи, лечи, Адам, лечи. Бегу, бегу. Я когда убиваю, тоже лечу. Ой-ой, он на меня бежит, ой. Кстати, стреляйте по суставам, у них в суставах критическая зона. Я не знаю кто, меня кто-то убил. Да? Уже. Кстати, они взрываются некоторые, так что осторожно. Сюда, допустим, вот так вот. Вот так делать не надо. Я теперь взрываюсь. Зазу, стой, не двигайся. Зачем? Что случилось? Да ладно, лечу я тебя, не видел. Автолечением занимаюсь. Понихуй. Вот мы бесстыжие взяли и взорвали поезд. Но это на пушку Джакобскую взял на отстрел.
Револьвер. Три хп осталось, круто. Но мы же на... Да, прям пишут даже, когда идем, стреляешь, резист. Нет, есть такое. Ой. Ну ладно, тут... Позади, у тебя так пушить не получится. Тут не пушки, тут арморы, кому арморы? У меня нормальный щит. Нет, тут, конечно, тоже прикольные. Да, еще был левел. Так, все вроде здоровы. Так. Куда были все эти щиты, которые кто-то спер? Я выкинул их. Это которые валяются, это которые я выкинул. Да-да-да. Злодей, забирай их. Просто поднял, чтобы ачивка была. А чё он поднимает? Ой, злодей, бежим. Надо помогать. Я далеко. Убивайте этих дронов, которые за ним летают. Я пытаюсь. Я выкинул. За что? А я одел даже щит за зим. Я тут же выкинул. Мои щиты, это мои щиты. Ой, миссайл улетит. Еще много миссайлов. А, гранаты, окей. Ой, еще одна летит. Ой. Ой-ой-ой. Какой-то крутой. Блин, ракеты, люди, ракеты. Поднимите кто-нибудь. Слишком близко стоял. Команда. Команда, да, это на... О, что это за нахрен был? Это лидер. Да что такое? Тупо выхилиться не получается. Кому граната нужна? Точнее, мод. Злодей, тебе это не нужно? Нет. И так, что дальше? Well,
Какие-то пока левые улучшения на турель. We may not have found the vault key, but at least Sanctuary will be safe a little longer, thanks to you. Злодей, подними. Очень классное улучшение. Для чего? Для тебя на 15 левел, там подготовка, там дает бонус к двум скиллам, а также еще бонус к урону и еще что-то. Спасибо. Но я пока, правда, не могу прочитать. Вот. Потом в город, когда вернемся, там мы прочитаем. Кстати, Зазу, давай на портай нас в город. О, неладненько. Нас опять обложили. Да, у нас опять задница. Короче, вместо ключа мы получили генератор, очень мощный, чтобы город постоянно оставался в щите. Well done. Ладно, тогда шестая серия заканчивается именно здесь. Мы опять в городе, мы идем закупаться, играть в автоматы. Но я иду лечиться. Один идет лечиться к психологу. Ай, медик идет лечиться. Медики... Всех вылечил, а себя не медик смог. Медик идет лечиться у медика. Окей. Медик должен сам... Да, Зет меня примет без очереди. По старой дружбе. Угу. Мы с ним как бы коллеги. Да. Ладно, шестая серия закончилась. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал. И до новых встреч. Пока-пока.